Друзья, подходит к завершению Warface Open Cup, и мы сейчас пообщаемся с победителем, с представителем победителей турнира. Это, как вы видите, игрок из команды Arena Stars, ну, по крайней мере, по видео с турнира. Расскажи вкратце о себе и поделись эмоциями после этой финальной игры. Всем привет, меня зовут Адель, мой никнейм Фортуна, играю в Warface уже, наверное, около года. Сегодня были очень тяжелые игры, и вот как-то еле-еле потихоньку выиграли. Ну, тем не менее, 2-0. 2-0, но эти игры очень были потные и очень жесткие. Очень было нелегко совсем. А если бы был 1-1 счет, кто по морали бы перетянул, Империя или вы, как ты думаешь? Ну, это как подготовит капитан, менеджер, то есть как он морально их поднимет после поражения. Ну, мне кажется, зависит от капитана и менеджера после поражений. Это твоя первая победа на Warface Open Cup? Я помню, что была ситуация, когда от Arena Stars приезжало 3 состава, было 2 состава, и ты наверняка был в одном из этих составов. Да, я занимал второе место, 2 раза третье, первого у меня еще не было. То есть первое у меня место вот только сегодня. Ну и хочется твои эмоции узнать. Ты устал и не ощущаешь себя там таким мегапобедителем? Эмоции будут после церемонии награждения или все-таки у тебя уже какие-то мысли есть? Эмоции, не знаю, даже третий лан и эмоции, ну даже не знаю, они какие-то одинаковые, незабываемые. Восторг, радость, тоже не знаю. Расскажи немного, как вы обычно с кланом отмечаете победу, потому что для Arena Stars это уже будет не первый чемпионский титул. Они просто пьют, я не знаю, это как. Ладно, а что сообществу и фанатам вашим от этого выгорает? Там конкурсы какие-нибудь проводите, там интервью в прямом эфире, там с пользователями игры, что-нибудь такое интересное? Ничего, да? Ладно, хорошо, тогда у тебя будет просто возможность поблагодарить своих фанатов и передать там привет каким-то конкретным пользователям, вот, и может быть кому-то из клана. Спасибо всем фанатам, спасибо всем зрителям, болельщикам, которые болели за нас. Хочу передать привет всем, привет всему Warface, привет маме, папе, Алине, Алие, Иане, Кондре, Корлеоне, Жоре, да и всем-всем, кто меня знает. Так, и в заключение, ну, такое нетрадиционное будет, ваши планы, как будете готовиться к следующему чемпионату, будет ли буткемп? Скорее всего, да, будет, будем также готовиться, будем стараться, трудиться и также приготавливать новые тактики, все. И приедете? Да, и обязательно приедем на следующий лан-финал. Сворачиваем интервью, потому что сейчас будет церемония награждения, поэтому так коротко. И, в принципе, я надеюсь, все равно вы что-то для себя полезное нашли. Спасибо большое за интервью. Ну, в общем, можешь попрощаться. Спасибо вам. До свидания.